Что, чуваки, вы думаете о законе мировой? ФСБ придется хранить все твои данные, все, что ты скачал, все, что ты слушал, все данные придется хранить на огромных серверах. Пакет яровой? Пакет яровой, да, из-за этого цены на связь взлетят в 2-3 раза из-за интернета. На все взлетит. На все взлетит. Я, короче, думаю, что это лютые хрямы, на самом деле. Мне страны пора съебываться, наверное. Потому что, блядь, это полный пиздец. С другой стороны, вот, скачай я Санта-Барбару. А, я видел это. Да. Всем посоветую свою скачать, и что? Она, естественно, сразу в рейтингах эта хуйня Санта-Барбара вырастет, да? ФСБшники заинтересуются, что ж, блядь, они там такое качают? Будут, блядь, просматривать 2500 серий? Будут. Но на самом деле это хорошая идея, как занять... Как зафорсить Санта-Барбару. Да, как зафорсить Санта-Барбару и одновременно занять наше бесполезное правительство. Да, тогда лучше качать концерты Джиджи Алина. Сколько там без проб, если его форсишь, он смешной. Да. А ведь эта хуйня нависла над нами, как вот эта вот грязь над поверхностью дна. Да, ее также никто не чистил. Что тут не чистят, что в Кремле пидорасов не чистят. Блять, мои кальмары. А ведь эта хрень зависла на дном, как недавно, помните? Над Кремлем пирамиды зависали, так же, как эта хуйня. Было дело. Но мне кажется, это все ерунда. Блин, ну недавно... А ты не думал, что это как-то связано с тем, как недавно пропал чувак? Говорят, какой-то парень пропал. Все его ищут. Везде висят объявления. И даже по телевизору крутили. Не знаю. Мне кажется, там каждый день столько народу пропадает в мире без вести. Ну почему-то об этом именно так трубили. Может, это был какой-то важный чувак. Потому что будь это какой-нибудь говнарь, о нем бы никто не вспомнил. С другой стороны, даже если бы он был говнарь, если о нем пиздили по телевизору, это не простой говнарь. Давай нашествие поговорим. А, да, нашествие это коммерческое мероприятие, которое пропагандирует милитаризм и ура, патриотизм. На нашествие, я считаю, нельзя ехать никому, чтобы это говнище задохнулось. Наконец. Это говнище никогда не задохнется. Ну да. Алкашей и патриотов, которые говорят, что мы самые крутые. На прошлом нашествии у меня кореш продавал водку из-под полы. И сколько вот он... стоила бутылка? А я не помню. Ну я не знаю, вернее. Я у него не спрашивал, и он мне не говорил. Вот, но он прошел на фестиваль, потому что у его друга, батя там какой-то очень крутой чувак, вот, и он провел своего сына и его дружбана, то есть моего кореша. А тот с собой провел водку. А тот с собой провел, они оба с собой провели водку и там ее банчик. Вот. О, смотри, это же тот чувак. Смотри, это же тот чувак, которого тот говнарь, он похож ведь, пи***ц. Да. Это тот, пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим, это походу тот парень. Ой, я рюкзак забыл. Это в натуре тот парень. Похож, похож. Похож вообще, это про него в новостях такой же косматый. На КОП-ТВ показывают. Блин, это же надо было так канал назвать, на КОП-ТВ. Ну, то есть они уже совсем не стесняются, ну, хотя бы правду говорят. В принципе-то. А что такое? Что здесь происходит вообще, а? О! Блин, он как-то вообще дезориентированно выглядит. Где я, блин? Чувак, это тебя все ищут.
Какой год сейчас? Что происходит? Где? Как я сюда попал? 2016, чувак. Президент до сих пор Путин. В Москве. Блин. Какой ужас. Ты в Москве. Это? Ты пруд. Спокуха, парень, давай мы тебя... Что с тобой было? Был какой-то зеленый свет. Я был у себя дома, и вдруг какой-то звук из окна был. Вдруг зеленый свет, во всю комнату, и я куда-то исчез. Я не знаю, где я был. Ты убрал красную таблетку, чувак. Возможно, тебя кто-то похитил. С этим парнем что-то не то, он какой-то, походу, это. С ним что-то не то, да, поехавший. Пойдем лучше отсюда, а ты еще скажешь, потому что это мысль такой сделал. Да, черт его. Вести. Сейчас мы ведем эфир из подвала, поскольку здесь наиболее безопасно. Россия в огне. Пирамиды начали массовое вторжение и разрушение городов. Уже уничтожено больше половины городов в европейской части Российской Федерации. Это конец света, апокалипсис, большой П, называйте как хотите. Мы сами не знаем, что будет. Надеемся дожить хотя бы до завтра. Thank you.